До конца года в Североказахстанской области планируют запустить биогазовую установку. Инвестпроект стоимостью 1 миллиард тенге будет перерабатывать куриный помет в электрическую энергию и газ. Об этом на площадке службы центральных коммуникаций рассказал руководитель управления индустриально-инновационного развития области Жанат Садвакасов. Речь идет о 600 миллионах киловатт электроэнергии и почти 10 тысячах кубометров газа в год. Как отметил заместитель акима области, объем обрабатывающей индустрии в регионе составил почти 94 миллиарда тенге. Не случайно по темпу роста Североказахстанская область занимает первое место среди регионов. Например, уже в ноябре из Петропавловска в Алматы и Астану будет налажено регулярное авиасообщение. Завершены строительные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Петропавловска. Теперь мы можем принимать самолеты всех классов. Завершены работы по устройству светосигнального оборудования, по реконструкции пассажирского терминала. Уже с января 2017 года аэропорт начнет работать в полной мере. Также мы планируем привлечь иностранные авиакомпании для открытия сообщений ближние и дальние зарубежья. Пока идет переговоры, я думаю, результаты будут.